Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Кошки очень независимые животные, которые не способны ни по кому скучать. Согласитесь, это утверждение достаточно распространено. Однако в реальной жизни это не более чем стереотип. Кошки, как и собаки, могут скучать по своему хозяину и страдать в его отсутствии дома. Такое поведение у животных называется страхом разлуки или расставания. В этом выпуске мы подробно расскажем вам об этой эмоции у мяукающих. Дверь закрывается, хозяин уходит, и кошка остается совсем одна. Одни мяукающие воспринимают это как данность, другие как настоящую катастрофу. И если первые спокойно занимаются своими делами во время отсутствия хозяина дома, вторые в это же время переживают серьезный стресс. Как определить, испытывает ли ваша кошка страх разлуки, из-за чего животные могут страдать от такой эмоции? И самое главное, как им можно помочь? Давайте разбираться. Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы о страхе разлуки у кошек. Страх расставания или разлуки у мяукающих может проявляться совершенно по-разному. Кошка может загораживать хозяину входную дверь, когда он пытается уйти из дома, жалобно или даже сердито мяукая при этом. Также нередко в ответ на такие действия владельцы мяукающие могут спрятаться где-нибудь. Иногда после ухода хозяина кошки становятся нервными, начинают чересчур сильно себя вылизывать, не едят оставленную им еду. Когда владелец возвращается домой, питомцы, страдающие страхом разлуки, как правило, очень восторженно радуются своему хозяину и всюду следует за ним по пятам. Страх разлуки часто проявляется у общительных пород кошек, которые тяжело переносят одиночество. Если хозяин представителя такой породы постоянно отсутствует дома и мало времени уделяет общению с питомцем, скорее всего, такой мяукающий друг будет испытывать очень сильный страх разлуки. Кроме этого, страх разлуки практически всегда проявляется у кошек, которые пережили серьезный стресс, например, сложную операцию или смену хозяев. Также к страху разлуки склонны мяукающие, которых котятами слишком рано отняли от матери. Если вы подозреваете, что ваша кошка может испытывать страх разлуки, покажите ее ветеринарному врачу и зоопсихологу. Первый поможет выяснить, не связано ли необычное поведение животного с проблемами с физическим здоровьем. Второй подскажет, как нормализовать психологическое состояние питомца. Страх разлуки у кошки хорошо помогает вылечить специальные игры с хозяином и покупка интересных игрушек для питомца с целью разнообразить его досуг во время отсутствия владельца дома. Мы ответили на самые популярные вопросы о страхе разлуки у кошек. Берегите своих мяукающих и уделяйте им достаточно внимания и времени. Это один из способов вылечить или предупредить страх расставания у кошек. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!